Доброго всем времени суток, с вами Тексер, Jagged Alliance 3. Так, и мне тут говорили, что я где-то что-то не зачистил. Вот тут война острова. Давайте кого-нибудь туда отправим, кого-нибудь мелкого. Вы чем-то заняты, вы ничем не заняты, пошли вперед. Ух ты, изыск сил, как вы вперед пошли. Гоу-гоу-гоу! Да стойте вы, гоу-гоу-гоу. Мне остальных надо посмотреть еще. Так. Эти заняты. Эти ни хрена не заняты. Вы где там? Ага, вот тут. Тут, по-моему, тоже максимум уже ополчение, да? Ну что ж, пошли зачищать. Of course. Of course. Honestly, I'm feeling much better. Это в Street Fighter в фильме. Был такой главного злыда, играл персонаж, который еще играл отца семейства в семейке Адамс. Of course. Все время вспоминается. Так, давайте тут в тактическом походим. Схрон есть? Схрона нет. Просто я тут еще не топтался. Ну, надо походить. О, oh, есть, yes, да, все. Вперед. Вот дождь какой-то. Вот красиво нарисовано, блин. Смотрите. Вот это красиво. Вообще. А чё я в других, так сказать, местах такое не видел? Я подожду, насколько не бегал, на самом деле. А вот это было хорошо нарисовано. Стоп. Тут же могут быть мины, а я бегаю. Залазь, посмотри. Так, барин находит травы. Ща, Барри, ща. Ну ты подбирай, что там. Разобрать. Все, этим оружие не нужно. Иду. Этим оружие уже не нужно. Запчасти для апгрейда имеющегося. I am in movement. Да ты in movement, о. Правы. Yes. Ну все, теперь моего дипломата, скажем так. Что там свистит? Чувак, не свисти, денег не будет. Закрыть. А как туда полезешь? А, ну тоже ничего. Не понял. А тут что, ничего собрали, что ли? Ага. Понятно. Ну, все, больше ничего нету. Так, время 11. Ну, пошли люлей выдавать. Отряд Легиона. Это тот, который сидит изначально. Это уже не вот эти вот именные, то, что набежали. Это который изначально. Гены мне нравятся. Просто в свое время там... Я спрашиваю, как ты не понял, что это животное, а не люди? А смотрите, вот воротник. То есть это вот человек, видите, он тоже с воротником. На него просто маска одета. Но они все всякую фигню одеты, да? Я тут люди, думаю. Это гиены. Эй, а что темное-то нарисовали? Блин. А, вот так вот сразу. Да, вот сразу сохранюсь. Так, разве данные отсутствуют? Западный подступ. А западный подступ, а, понятно. Так, ладно. Пауза. Но другое же дело. Так.
little, I would hide from everyone. Evildoer! Да не то, мне нужен, не нужен мне человек-то. Блин, идите нафиг. Мне лисяку еще надо затащить на пол. Во, прекрасно. Так. Если на то пошло, Барика бы тоже куда-нибудь затащить. Барика, Гарика и Анаболика. А, прекрасно. Так, ты. Вот это мне не нравится, давай его мочить. Дрессированная гиена испытывает удивление. Горе Терри. Значит, выполнили, если колено более трех раз ранит трех противников прицельными выстрелами в голову. Да это легко, она только в голову и стреляет. Never see me. I think I can do this one from behind. Ну, этот слонобой вообще не бесшумно ни разу. Посмотрите, нормально все. Ready. Вот переползти или встать. Ни то, ни другое. И ходов не смотри. Ой, пипец. Но раз хороший шанс, давай. В окружении гиен стоял. В это животное что-то вселилось. Стоял дрессировщик в окружении гиен и кормил их с харком из рук. И тут он упал с простреленной головой. Гиены офигели. Так. Ну все, ход. Следующий. Дробовичок неплохо заходит. Монстр мертв, предлагаешь сжечь его, пока он не восстал из мертвых. Да уж. А давай ты привстанешь и в кого-то попадешь. Да, вот так бывает. Ну, неплохо. А ты в голову. Так, там где-то еще одно сидит. Вот оно. А, не ляжет. So this is what it feels like being the one doing the staring. Так. Ready. Так. Ход. Не досталось Лиске. Низковато, видимо. А тут и Гарик подошел. Ну не подошел. В секторе остались силы противника. Ну да. Враг еще близко, а то. Сейчас вас всех выделю. Так, и на корячках пошли. Гарик. Так, индивидуально надо, да? А, все, встал, молодец. А, энеми-то ладно. И топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Травы потом, все потом. Так, калинка, лисяка. На болик, иди нафиг. Барик, еще больше иди нафиг. Кто еще там? А, Гарик. Тоже, в принципе, иди туда.
Давайте всем залечь. Так, ну Калинка, иди ачивку зарабатывай. Пущ. А чё, всё? Походу, да. Пойдём. Вот тут стопудов кто-то сидит, ну место такое было. О, бабуся. Бабуся. Мародёры безмятежны. Так, лисяка, Калинка. Кстати, Калинка созвучна с Алинка. Кто знает. Эйч. Повновение окончено. Враги кончились, не начавшись. Потому что снайперы. Давай, выходи из невидимости. Ниндзи прикидываться. Ну чего, ну где оно? А вот. Разведданные. Мне прям так они нужны, ваши разведданные. Так, травки. Вообще чисто зашли. Даже никого не ранили. О, разобрать. Разобрать. Взять. У меня этих стволов пипец сколько теперь. А, тут что-то еще было. Травка где-то была. Ну ладно, я этого отведу. Да ты можешь просто ходить на самом деле. Ну, зато тут подарки есть. Ну, просто место хорошее. Живописное. Для караула хреновое, а вот так живописно. Краска оформили. Так, где залаз? Залаз здесь. Ну, что, лечиться будет хорошо. Но тут гарнизон засиделся с начала войны-то. У них тихая, спокойная жизнь была. Ой, все разбирать. Все. Ну давай сюда еще сходим, тут где-то трава была, по-моему. Диван валяется. Кстати, в джунгли диван припереть. Ага, понятно. Припереть и бросить диван. Нормально? Все. Ну, отлично. Мне понравилось. Хорошо зашел. Так. Вообще, вам бы в сектор, но тут, видите, 15:30, они в темноте придут в сектор. Поэтому... ремонт предметов. Омрин, погоди. Омрин. А, ну у вас все нормально. Ополчение там уже не тренируется. Сидите, ладно, пока не выздоровеете. Не могу же больных отправить. А, да, продолжайте. Что такое звяк? Фаза излечивается. А кто еще излечивается? Гризли еще будет лечиться, так что сидите. Так, нормально. А, день ждем, да. И воскресным утречком зайдем в сектор. Нормально. Утречко, похоже, уже началось. Так, пошли. Эти первые зайдут. Итого. Пойдем. Тактический вид. Вроде... Да, вроде показываю. Фортненьких цветов красного.
прячется в этом секторе, но где-то под землей. Аж 4, Форт Леблео. Могу вляпаться. Вот тут такая вот фигня. Ну вот. А-а-а. Да. Ну смотрите. Вот я сюда пришел, да, а туда не пройти. Туда не пройти. Я не знаю, как это сделать. Но входа-то нет. Я в прошлый раз. Я ящик-то видел. Но я в прошлый раз от него отвалил, поэтому. Что туда не пройти. А, вот. Страна это там. Погодите. Ой, их там много может быть. Ну давай сейчас зайду, посмотрю, сейчас сохраню, зайду, посмотрю, что вообще. Если там все хреново, то сюда нормальный отряд, ребят. Это ж так-то вспомогательные, ребят. Ополчение потренировать, всякое такое. Да, не был. Так, это та самая Карасон, наверное. Не шагу дальше. Я потом тебя в суд и пристрелю. Дружь тут в подземелье в потолок стреляет. А. Охрана ко мне, приготовься прикрывать мой выход. Или отход, или как он там, в общем, сдержите их. Не волнуйтесь, мэм, может, заняли оборону. Они не пройдут. Надеюсь, что нет. Или вы останетесь безработными до самой смерти. Так, я уже минимум четверых вижу. Так, стойкий защитник. Сова, кажется, единственная у него ранена в бою. Не окажется. Пауза. Пауза, блин. А, уже сразу. Все, понял. А меня же никто не видит. Давай сюда. Ну, я никого не вижу, в общем-то. Ах, да, вот теперь вижу. Там, блин, фига тень. Сова сейчас сразу-то и огребет. Ты. Ёлки. По-моему, не попал. Да, он не попал. What's the plan, chief? План, ну как-нибудь вот не помереть, вот как-нибудь вот. No sweat. This one's going down like a prom queen. Они все мажут. А, охренеть. Просто охренеть. No sweat. Горение. Это хорошо. Так себе. Вот другое дело. Так себе. Это вот то, что надо. Это ты издалека будешь стрелять. Хотя моим прилетит, я согласен, скорее всего. А чё дымится? Ох ты! Да, конечно, из подствольника. Очень смешно. Вы представляете, да, траекторию полета? Блин. Читераста. А их там много. Сейчас маленький отряд не справится. Ну ладно. Будем пытаться. Товарищ Блад. Дискосбор.
Оу. У меня траектория есть, а у них траектории нету. Понятно, не туда улетела. Шарлин Хиггинс. Шарлин, блин. Они не такие. Так. Куда давай? Ты. Сейчас тоже кого-то увидит, блин. Я вот прям уверен. Да, хороший формат. С хинжалом. Ну чё, волк? Ты, в принципе, никого не видишь, ну давай вот так. А прерывания не будет? Во. Вот другое дело. О, вот это честный подход. Ладно, следующим ходом она оттуда отойдет. Место, конечно, неплохое, но туда гранаты прилетают. Ой, что-то много, и приходит медленно. Hello, у него дробовик. Иди к себе. Да ты не видишь его, что-то напрягаешься. Так, голову попробуем. Попробуй калаш. Прячься. О, волчара. У тебя все плохо. Ты кого-то стреляешь? А, понятно, стреляй. Сову надо с этим поменять местами. Или я вот этого запретил вывести. Вот это с кровотечением плохо. Ну ладно, сейчас вот этого выкиверим и займемся. Отлично. Отлично. Man, now I want noodles. Target is in my sights. А ты попадешь в таргет-то? Понятно. Молния у нас не рефлекс. It's me, Thor. Ты. You got the wolf. Can do. Сидите пока тут. Молниеносный рефлекс, блин. Ну ладно, я с другой стороны хорошо спрятал. Два оглушённых. Ну а вот сова что-то сделает. Нет, сова. А вообще на Рейвен, если она сова? Косая дура. Сковородку смазать надо было. Да уж. Давай в торс хотя бы. Вы косые пни. План? Их всех замочить, план. Как тебе такой?
some cover. I will cleanse the battlefield of evil energy. Ох, он его видит. Или не он видит? Не он видит, Блад видит. О, это в секторе. Да ты ж достал, а? О, выбежал. Давай, выходи. Во-во-во, выходи. Во. Эх ты ж. Ну, сейчас мы этого хорошую форму-то будем пилить. Сохранить спам надо. Че, пока двух только выпилил? Мало. О, медик идет. Хороших снайперов с хорошими винтовками у меня в этом отряде нет. Сова, но она сова такой себе снайпер. Винтовка у нее так себе. И народу всего 4 человека. Очень долго типает. Но я думаю, он просто этот тупит. Лишь бы не забаговался. Для ночи. Сохраняться чаще надо. Сейчас, сохраняться нафиг. Мне что-то не нравится, как он тупил сейчас. А, ну он, в принципе, каждый ход сохраняется. Просто сейчас он реально стоял, тупил, мне кажется. Могу ошибаться. Так. Вот этого. Не. А. Башку. Вообще хорошо зашло. Ну ты-то ты. Ладно. План? Застрелить всех. Недостаточно, а круги есть прям. Вот так. Прячься. Я пошла усталость. Ножом вообще без. Косой пень, понятно. А мне еще усталость накинут. Он-то не промахивается. Давай, бум, молодец. А, хорошо. Ну ладно, этого выбежу, что ж. А ты влево не хочешь побежать? Все, они ожили. А, по ощущениям, в кого-то попало. Так, санитар ушел перевязываться. О, командир прибежал. Молодец, командир. Тут он же гранат надо пить. Если докинуть. Вот вас много-то. И же я вас всех хранить не буду. Вот этим хорошо гранат. Летачиво. Не докинет сама. Ну хоть куда докинь. Many unfriendlies, chief. Too many of them, being honest. Понятно. I got something fresh from the kitchen. А что вообще есть? Так, есть поджигалка еще одна у Тора. Очки ночного видения. Темноте в тумане. Ночью в подземных секторах. Так. Уже хорошее нашел. Но миномет как с подземелья, мне кажется, глупо. Даже они на это не пойдут. А кто у меня с подствольником? Ну, не ты точно. Так. Команда. Да, ты первый идешь. Че, серьезно? Не просто. Да что у вас? Понятно, чего у вас. Ага. Ой,
Как можно в таких расстояниях мазать? Нажми метать. Ну, короче, просрано. Они мне что делают. Учитывая, как бессовестно мои промахиваются. Ой, да, больше врагов. Задавили вот этими гранатами. У меня очков входа нету. Я сейчас один только хотел. Сейчас еще кину. То есть они из подавления теперь не выпустят. Меня будут просто долбить каждый ход этими гранатами. Я пошевелиться не смогу. Сейчас еще раз. Да, видите. И главное, не мешает потолок совершенно траектории полета. Устроился. Ну все, подошли в упор. Ну, я могу просто заточивку теперь кинуть. Я теперь слезоточивую могу им подкинуть сюда. И нюхать. Ну а и мне тоже слезоточивый-то будет, наверное, да? О, все, толпой пошли. Точно, слезоточивый надо кидать. Иначе меня сейчас просто затошнят. А ща бы там Гарика в конце положить с пулеметом, чтобы он фигачил по ней по всем. И три снайпера. То вообще в коридоре было бы кладбище. Слушай, сова. Траектория перекрыта. Кем? Вот кем траектория перекрыта, скажите мне. То есть они способны как иначе аж оттуда. А я вот рядом кинуть не могу, да? Как офигительно. Промах? Блин, а ты вообще хоть что-нибудь умеешь, идиот? Незначительное попадание, ну началось. Ну, думаю, началось. А почему у меня незначительное попадание, слепота у них? Хеллоу, блин. Короче, везде незначительное попадание. Все, короче, все сведено к нулям. А кто в панике? Они в панике или я в панике? Не понял, ну ладно. Слепота, тоже хорошо. Главное, отвалить меня с гранатометами. Я, может, еще выключу. Нет, это неудача у них называется, да? Давай, имперский штурмовик. Ну, просто слепота, на слепоту им тоже похрен. И у них незначительного урона не наносит. А как насчет меня тоже, чтобы нет. О, ну естественно. Вообще ничего не мешает стрелять. Мне притолок и мешает, между прочим, а им нет. Ну что за фигня-то? Да, офигенно, просто офигенно. Ой.
Шарлин Хиггинс. Недостаточно очков 10. Of hostility approach. Sorry, there is only so much a positive attitude can do. Be the bullet. Нафиг. Нафиг. А это? Это я там. Это не серьезно, так сидеть тут. Когда им сюда придет нормальный отряд? Что это? Да это бредятина. А что, собственно, сидите? У Флитаун дуйте. Так, обезьяны, вы как там? Так, они в Пантагрюэле сидят, нет? Или где? А сейчас узнаем. Они сидят у Флитауне. Сидите дальше в Флитауне. А, понял. Nothing to report, chief. We're moving on. Сектор-то переходит. Ну давайте его обшарим. И этот отряд пойдет зачищать там. Потому что это пипец. Чтобы хоть какой-то шанс был. Но вы не могут. We will do. Ну, во-первых, их четверо. Ой. As you can see from the chart, living in harmony with nature and eating only healthy food like those tasty mushrooms you just tried will increase your life expectancy by up to 62%. Да давай про процент рассказывать не будешь сейчас. Немножко как-то не вовремя, мне кажется. А, это они там, грибы точно съедобные. Все грибы съедобные, жрите, давайте я патроны сэкономлю. Anything that is natural is good for your health, right? I don't know, man. I have a funny feeling in my stomach. Ah, you see? That is how fast good natural food will make you feel better and younger and full of energy. But I don't need to be any younger. Yes. Чувствую себя моложе, грибочка хуже поели. These mushrooms are known to have a detox factor of 100%. Да. Так, что у нас тут? Там все одинаково примерно. That's a lot, I guess. Absolutely. Considering the junk food you young. Незначительное попадание, ну ладно. Well, I've definitely never had mushrooms like these before. Enemy spotted. Так, лечиться придется. Их много. А что у тебя изнурение? А, грибочков нажрались. Yes. Да, да, тогда понятно. I could do this blindfolded and tied up. Давай другого. Вот этого, да. Незначительное на 30, офигеть. Не-не, вот этого давай. Давай в торс на тебя нафиг. Ready to shoot. Hey, nice technique. Maybe you can give me some pointers later on. Да-да-да, покажу потом, как делаю. Эй, чё, у тебя самодельное взрывное устройство, что ли? Оно слабое. Good position to shoot. Другого давай. Вот этого будет, наверное, хорошо. Но я думаю, незначительное сейчас опять будет. А, не, нормально, смотрите. Орел. Should be working out. That's right. Give the evildoers a beating. Make them run back to their. Ну так вам всем. Давайте. Сейчас еще Гарри фиганет там. Смотри, крепкий какой. Ну это он там. Хорошее убийство. Давай, следующий. Да откуда ты взялся? А, это медик. Ну ладно.
Тогда погнали по медикам-то. Got a clear shot here. Незначительно 26. What? Чё, вот-то, лупи по медику. На 13, один другого краша. Калинка. Два медика уделаем. Чтоб лечить неповадно было. Одиночный? Ну ладно. Тоже хлеб. Берри Унгер. Гуд-то гуд, не знаю, в голову стоит. Ладно, гуд, значит, голову дает. Ты знаешь, путан-то где увидишь. Так, под пулемет стрел. Но не ранил, хорошо. А, в башку ему. Ну пошли. А ты кто такой? С тобой говорить надо, да? Теперь взять. How can I assist? Игорь Долвич. Игорь, блин, Долвич, все. Да все, вставай. Ready. Пойдем разговаривать. Take a look at this. We can use this. That didn't go quite as expected. Отшельник. Хипать такой. Все пошло не по плану. Видимо, грибочки все-таки выдохлись. Бандиты должны были отрубиться и никому не мешать. Похоже, мне пора идти за свежей порцией. Класс, хипарь. Вы проводите тренинг для легиона? Я преподавал им ценный урок, оставшуюся жизнь, хотя она была и недолгой. И вообще, с тех пор, как 10 лет назад такие же бандиты сожгли мой дом, я не испытываю к ним жалости. А ты кто вообще? Я простой отшельник, который стал современной жизнью, и дальше решил жить в мире и гармонии с матушкой природой. И когда современная жизнь отправляет ко мне неприятности, вооружен до зубов, строящиеся крутых, я делаю, что могу, мучаю их жизненными советами до смерти. Хочешь, чтобы сорвал грибов? Чего? С чего вы вдруг? Ну, старик, живете в лесной хижине. А, поняла, вы добрый волшебник, которому нужна наша помощь, чтобы увидеть злого колдуна. Или вы и злой колдун? Из магии я признаю только дары матери природы. Оно добро или зло? В общем, я неплохо разбираюсь в том, какие грибы и травы как действуют. Помощь мне нужна, но спасибо, что спросили. Вы травник? Я просто старик, у которого полно времени на чтение. И я живу на природе, так что отлично разбираюсь, какие растения хороши для чая, какими не стоит завтра стирать. У вас есть какие-то волшебные травки? Они все волшебные, каждый по-своему. Я могу отсыпать вам лекарственных трав, если надо. Вы мне еще доверяете после того, что случилось с бандитами? Угу. Да, мы знаем, какие травы безвредны. Вот, замечательно. Вот, держите. У этих слов противовоспалительное действие, а вот эта красотка мощная обезболивающая. Пожуешь один листик, и целый день ничего болеть не будет. Пока. И не забывайте, вы то, что вы едите. О, мое любимое блюдо – горячая штучка, только из духовки. Что это обо мне говорит? Лиска прекрасна. Не, в это я лезть не стану. Так, шикарно. Барик, обшарь все это. Разобрать. На топоре видно следы крови, а на колоде нет. Может, я тут зайду, да? Механик, наружное устройство. Улика. Хорошо, сейчас все полутаем. Баблом. Журнальчик еще возьмем. Инвентарь заполнен. Он Гарик вон заполнен, ладно. Ну да, барахла у меня много. Прям много.
Ага. Так, я не зря стал притащил тебя. Ты кто? Боевые стимуляторы. Ладно, мне вот столько этих не нужно. И сумок с франками у меня тоже в таком количестве. Где-то на них что-то можно купить, я помню, да. Да блин, мне аптек столько не надо, пусть ставится. Не прошли проверку на интеллект, работают по лекарствам, так и доверяют. Потирать методом проб и ошибок не самый лучший способ. Так, ладно, давайте читать. Кому чего пойдет. Одноразовый предмет повышает здоровье на зависть всем врачам. А больше 100 бывает здоровье? Давайте самого хилого у нас Тексера. Нет. Just got better. Здоровье плюс один, отлично. Ему ходов надо больше. Паркур. Повышает проворность. Тоже ему. Меткость. Меткость у моего выше, чем вообще у всех вместе взят. Но тем не менее, вот так вот. Лист 77. Барри 74. Давай Барри повысим. А, у Барри так и есть. Барри. It is always good to learn more and become better. Ловкость. Что есть ловкость? Ну, она более каговенная ловкость, если что. Новый рекорд, смотри-ка, я теперь могу. Как ты теперь можешь? Так, это манифест, это твоя. Взрывчатка. Давайте я Барри попробую, может, она больше 100 поднимает, заодно и узнаем. Ага, не может, что ли, понял. Ну, такое, как бы... ненужная. Все. Так. Блин, сколько у меня всякого говна. Ну, интересно же, у меня самый большой. Или у Барри? Давай, Барик, ты интеллектуал. 93, давай, иди туда. Прошли. Медикаменты получил. Отлично. Давай, ходи, смотри, Барик. Может, что найдет. С отшельником связана какая-то тайна. Ну, зашибись. Опачки. Я нашел тайну отшельника. Трупы боевиков региона большинства не видно следов насильной смерти, хотя одному явно размозжили череп. Как это отшельник по башке ему отоварил? Как понятно. А, бармочек что-то ходит там. Большая, кстати, секция. I will do. Я туда еще не ходил. Беги, беги, давай. Надо с ним потом еще поговорить. Барик у нас интеллектуал, надо будет им поговорить. Хрена себе, у вас берег засран. Дед, ты не пробовал на берегу порядок наводить? Живешь уже здесь, блин. О! Это что за символы такие вот? Мандалы! Ключ внутренней гармонии, особенно качаешь лекции тем, кого только что отравил, да? Ну что, дед, ты не так прост. Дед, давай пообщаемся. У меня есть тебе пара вопросов. Like хотите мою фирменную грибную похлебку с травами? Такого вы еще не пробовали. Добрый ты какой дед.
Чего бы и нет. Вот попробуйте. Надеюсь, вы не побрезгуете моей ложки. Другой у меня нет. Набираются опыта. Здорово. Да он на самом деле. Ну, то есть, я знаю, кем не являюсь. Я больше не Майк Дич, Гандон Гиндер. Теперь я просто отшельник, который довольствуется простыми радостями. Например, отравить бандитов, потом писать им лекцию о преимуществах здорового образа жизни. С тех пор, как подобные им люди сожгли мой особняк за рекой и перебили всех, кто там был, я решил все бросить и уйти на покой здесь, в джунглях. А, там вот слуга, который типа привидение. Ваш дворецкий еще жив. Что? Мой дорогой мистер Лутанда жив? Как-то возможно. Я думал, в особняка остались одни руины. Как вы думаете, он хотел бы с вами здесь повидаться? Я сам вряд ли смогу туда вернуться. Слишком много горя. Я понимаю. Там очень грустно. И очень страшно. Как раз он нас подставил. Я и сам подозревал, что Адонис с этим бардаком связан. Все было хорошо. Граншен вот-вот стал бы мирной страной, а тут кто-то набит деньгами решает, что ему мало, и сталкивается назад в хаос. И Карасон, все так на нее похоже. Хаос всегда был ее стихией, даже когда она была моей помощницей. Если возможности не было, она их создавала, плевать на последствия. Может нам помочь? Что я могу сделать? Я просто старик, который удалился от мира. У меня с собой даже архива нет. Он должен быть сгорел вместе с особняком 10 лет назад. Вы занимались крупным бизнесом? О, ну да, я работал на гиганта алмазной промышленности. Мы искали в Аджане месторождение алмаза, а тут началась гражданская война. Эта война забрала мою семью, после этого я просто все бросил и ушел. Это чудично. Это чудовищно, соболезную. Вы работали на Адонис? О, вы их знаете. Ладно, там попробуй сложить 2 плюс 2. Они пытаются вернуться в бизнес, наняли вас, чтобы расчистить им путь. Мне все было интересно, насколько они замешаны в этой истории с Легионом. Так хотя бы, что я щелочек поднимать, смысл моей жизни. Иди отсюда, качок. Если честно, мне все равно. Я с Адонисом уже не работаю, работать не буду. Назад. Пока. Здоровья вам. Отлично. Ну, в целом, все хорошо. А что у нас всех изнурение? Так, G8. Ну, сходим. Так. Ага, в режим вид со спутника. Пошли на вид со спутника. Заметки, понятно. Так, вы отдыхаете, ребятки. Сейчас мы... А мы вам даже операции сейчас сделаем. Схрон. Схрон, всякая фигня. Мы вам сейчас даже вот так сделаем. Ремонт, а, кстати, ремонт, не надо. Тренировка на юге. А, нет, не то. Ну ладно. Так, там кто-то куда-то едет, не к нам. Так. Вы. Да-да, вы. G8. Погодите. Да, прервать. Ждем. Что там у нас? Анаболик. Так, флитаун полностью завершен. Значит, обезьяночи. А, лечится. Им еще где-то тут метаверон надо зафигачить. В принципе, ладно, пошли. I'm at the place where you told me to go. Okay. Нормально. Bye. Ладно. Шахта Мфуму. Тут же этот с метавероном. Да. А, давайте в задание посмотрю. Хрена себе всех нейтрализовывать. Мертвый баконьер, автобусный банды пиратский. Гриме. Шельник. Лансбах. Девочки. Маман где-то еще кого-то не поймал. Музей Аджани. Маску надо принести им. Заговор. Компромат собрать. Угу. Шахтам Фуму. Кабосов колье. Кто-то ищет, а кто ищет-то? Ларри F7.
F7. А, сюда. Ага. Да, блин. Кто первый придет? Все, эти не усталости. Отлично. Давайте сюда. Ох, по каким секторам пошли. Ну ладно. Раз по этим. Мне просто, чтобы потом помнить, чего я где был. Где был, где не был. Так. Пауза. А, наборик надо это... Табусик. My contract is very good. Все нормально. Так. А, ну вот. Тактический вид. Я надеюсь, у него связь есть, и я любым отрядом могу сюда подойти. Так, и кто у нас сапер? 44, 32, 11. Понятно. Ты избран сапером, пошел. Ты назначен быть героем. Оп, стоп, кто-то был. А, вот он. Да. Он же подземелье вроде сидит, да? Мужик, ты где? Мужика нет. А где он? В доме, что ли, бегает? Вот тут что-то появлялось, когда он пробегал. Мужик, где? Вон мужик. Ну нормально, через окно зашел. Добро пожаловать в пристанище дворецкого. Нравится? По-моему, вполне подходящее название. Мистер Дидж жив? Правда, это лучшая новость, которую я слышал за 10 лет. Пожалуйста, скажите его адрес, я немедленно пойду к нему. Потом он будет разглянуть. Тогда пакуй рюкзак. Походные ботинки у тебя есть? Что насчет клада? Думаю, об этом надо спросить мистера Дидж. Я долго хранил его деньги, теперь, когда я знаю, что он жив, не могу отдать их без его разрешения. Пока. Я пойду к мистеру Дичу. Надеюсь, он примет меня как слугу. Или хотя бы как друга. Прощайте, мерсенарис. Ну ладно. Так тоже можно. Так, вам сюда, ребята. Да не гоу-гоу-гоу. Так, а вам... Отменить. Ну, тактический вид. Как я по квестам-то двинул, а? Так, кто у вас взрывнул? 40. Так, ты взрывнул. Нет, ты взрывнул. Так, где этот мой монстр? Противогаз. Чувак в противогазе. Привет! У меня есть та волшебная таблетка, о которой я говорил. Вот, прими. О, он правда, что ли? Черт, даже знать, хочу, что тебе пришлось сделать или кого убить. Слушай, помоги Вену найти. Ого, сколько слез, Ньекс. Еще живо остались. Теперь вспоминаешь? А, да, наверное. Я помню, как был отряд с отрядом Бифа в Пантагриэле, а потом мы напали на Демонред. Я помню все, было классно. Слышь, мужик, я прям живее всех живых себя чувствую. Вот дерьмо, то самое дерьмо. Надо раздобыть еще. А можно мне пойти с вами? Ладно. Что произошло в Пантагриэле? У нас была сделка с ребятами коммунистами макицами. Они сказали, что помогут отбить на легион Демонред, и Биф был двумя руками за. Оказалось, что это развод, они заманили нас в ловушку.
Откажа Diamond Red. Карьер был укреплен так, насколько нельзя взять, а Легион ударил нам в тыл. Бив закричал: «Отступаем!», но у него все помутилось, я вроде как отступил навстречу. Это была эпическая битва с розовыми единорогами и лазерными динозаврами. Не, погоди, не единороги это были. Да, точно, были слоны. А потом в Легионе меня допросили, я им рассказал все, что знал. Отчет привело их в некоторое замешательство. Ну, в общем, к тому моменту и так уже был накачан до предела. Они решили вколоть мне какую-то сыворотку правды. Сделали укол и все, прости-прощай. Хотя было здорово. Вперед. Вперед, мужик! Меня надо попытаться с теми уродами из Легиона. Я на них насяду, как гигантский робот, с 10 щупальцами и радужными пулеметами наперевес. Дадим разведанные. О! Гризла! Повышение уровня. Стрельба в упор. Тоже неплохо. А вот нож метать для атака ближнего боя или как? Не знаю. Бросок гранат дает свободное перемещение. Вот это хорошая штука. Давай. Ну что у нас тут есть-то? Ладно, это потом. Сила. Что, сила у тебя большая? 95, да? Потерять. Так, ты теперь наш, да? Теперь наш. Так. Тебе туда. Кто там идет, кто у нас? Ох ты, как издалека ты идешь. Сколько у вас? 10. О, серьезно. Серьезно, надо идти ждать. Так, бешеные гиены. Да вы. А вы где? А, вот там. Давайте, Ward of Litown. Нас там ждут. Так, не бешеные гиены. Вот теперь вы сюда давайте. Через что поедете? Да, блин, ладно. Так, эти прибежали, что ли, уже? Тут где у меня? Обожаю путешествия, обожаю путешествия. Так. Сейчас я вас объединю. Прибывает сектор, прибывает сектор, прибыл сектор. Так. Хорошо. Управление отрядами. Щит объединить с шапкой. А, так понятно. Так. Шапка. Давайте одевать Ларри. Вот вас стало пятеро. Пистолет и граната. Офигенно. Тед мертв, детка. Кто тут у нас вообще? Взрывотехник. Как-то вот так для начала. Тебе еще нужна будет броня? Ну хоть какая-то. Ну, оружие мы тебе найдем. Знаете, пока автомат. Так, схрон еще. А, ну да. Ну что, в магазин. Мне надо одеть товарища. М82. Вот тут интересная штука. Последний. Вот это интересная винтовочка-то. А давайте возьмем. Так, ну это не ему. Ну, возьмем. Пал Галил, наверное.
Изначально разрабатывался встроенной открывашкой, чтобы солдаты не гробили магазины в попытках срывать ими бутылки. По какой-то неизвестной причине пытается костылить АК-47. Давай возьмем. Так, боеприпасы. Так, ладно. 5.56. Берем, берем. 7.62. СССР. Да, тоже наберем. Ну, НАТО, понятное дело, НАТО у меня просто вообще со свистом уходит. 9 не уперлось, дымовой выстрел не уперся. Броня. Тек. Тяжелый жилет. 50, а этот? 50. Не бесплатно перемещение. Ну давай, это возьмем. Тяжелый шлем, громоздкая. Давай так. Не, бегать надо, бегать надо. Не суммируется щитоночная операция. Возьмем, такое надо. Так, это была броня, да, иное. Гранату последнюю. Липкая граната берем, как молотов берем, дымовую, ну ладно, берем. Стимулятор нет, набор, нет, не первый, вот медикаменты берем. Прям все, что есть. Бесконтактный паркур возьмем. Метки, все возьмем, конечно, это что такое. А, взрывчатки нет, не надо. Так, фига себе, во сколько мест мы доставляем. Порт Какао. Шахтам Фуму, побережье Саванны, побережье Саванны, деревня Ярник, под Дозор. А шахтам Фуму это где? Где-то здесь, да? H7. Давай в шахту. Хорошо. Так, это что там плавает у нас? А, это он тут плавает. Он, они не пройдут. Вот где тут шахтам Фуму? Вот это, наверное. Так, шляпа, давайте сюда. Order's up, man. I'm here. Прибываешь и прибывай. Ну, этим надо лечиться и все такое. Гризли надо лечиться. Хроне есть что? Кстати, да, немножко есть. Всякого говна. Так. Да блин, тактический вид. Давайте колье. Попытаюсь в очередной раз с колье. Кто-то из местных ищет. Кто? Тетка, ты ищешь. Кто ищет? Ну, тут просто деревенские жители. Ну, я могу как-то мне подсказку какую-нибудь дайте. Кто ищет? Ну, серьезно. Ну, вот кто ищет? Должен же вот этот желтенький появиться значок, что вот этот ищет. Но нет, никаких подсказок, ни хрена. Тут единственное желтенький, это тут, как его, Ларри, не Ларри. Ну, короче, этот спекулянт, который тут в доме сидит, и все. Вот этот, Лали. Well, hello, my friends. I just came up with... По алмазу есть? Ну, нужны, да. Goodbye, my friends. Ладно, следующий алмаз надо ему принести, и будет счастье мне, наверное. Наверное, так как-то, я не знаю. Потому что кто-то...
Так, ополчение готово. Разведка района. Так, ремонт предмет. Займись фазом. Наверняка что-то надо чинить. А, не, ничего не надо. Все в пределах. Да, отменить. Ну и все. Так. Да, чуть-чуть еще перемотаем. Колени начинают уставать, все начинают уставать. Так. Ну вам отдых. Вам отдых, народ. Не забудь, что на остров надо идти. Ладно, на этом все. Жмите, пишите. До новых встреч.